Индира Едельбаева вышла на связь. Певица вернулась домой несколько дней назад, хотя был большой риск остаться в Киеве до конца карантина. Но все же нашелся выход, не без помощи посольства Казахстана. Естественно, по прилету мы и все 76 пассажиров сдали анализы. И все анализы оказались отрицательными, слава богу, и нас отпустили домой. Когда певица полетит на следующий этап проекта «Голос Украины» – неизвестно. Коронавирус скорректировал график съемок. Их отложили на неопределенный срок. Сейчас пока неизвестны точные даты. Также прямые эфиры будут проходить без живых зрителей. Последние два выступления Инди показывает абсолютно иной вокальный характер. Это точно та же девушка, что пела «Мне холодно, Жанибек». Во время репетиций, во время выступлений постоянно удивляюсь тому, что можно, оказывается, сделать из одного продукта совсем что-то другое. Крайние мои два выступления мой репертуар подбирал Дан. Это его любимые песни, которые он хотел бы услышать в исполнении участников его команды. Все ведь заметили, что Инди явная фаворитка Дана. Ты находка для моей команды. И не всем это нравится. На самом деле, я думаю, что Дан относится ко всем одинаково. И, возможно, не знаю даже, ну, это было бы очень круто, если бы я была его фавориткой. Мне хотелось бы дойти с ним до финала и спеть с ним в дуэте. Это очень-очень большая моя мечта. Кстати, многие считают певицу главной претенденткой на победу. Не буду скрывать, конечно, хотелось бы победить, и мне очень приятно, что люди действительно ставят на мою победу. Очень хотелось бы, но не знаю, посмотрим. Будем молиться, будем работать над собой. Я надеюсь вас не подвести. А пока она сидит дома. Сейчас это самое полезное, что мы можем вместе сделать для того, чтобы спасти целый мир.